Доброго времени суток, с вами Сергей, и сегодня мы начинаем новый проект. Я буду сажать пихту. Вот здесь вот у меня заказаны с интернет-магазина семена пихт в количестве 49 штук. Маркировка под ящик, что здесь будут расти пихты. Ящик с землей ящик. Земля следующего характера. В прошлый год у меня в этом ящике прорастали кедры. Тут хвойная земля в перемесь с землей с перегноем. Приступаем к посадочке. Для посадочки я карандашом наделал углублений в количестве 50 штук. И вам сейчас, конечно, не видно. И вот острием вниз будем сажать семена пихты. Углубление я сделал до сантиметра. До сантиметра глубже не надо. Землю я сразу пролил в ящике. С пихтой я никогда не сталкивался. Территориально мы находимся на Вологодской области. И посмотрим, в естественной среде здесь пихта не растет. Посмотрим, что из этого. В ящик. Теперь следующая задача. Ящик надо сохранить. А сохранность от следующего. Сохранность тут главная блудня, это сороки. Сороки в данный момент, они сейчас сидят на гнездах на яйцах, а вот где-то уже к концу мая они начнут блудничать по огороду, вытаскивать у людей лук, бросать его рядышком, так как он несъедобный. Также они мне в прошлый год очень много кедров попортили, и у меня с этого года принято решение, ящики теперь у меня будут находиться вот в этом дворе. Теперь он у меня переделан под дровяник. Там есть одно окно с северной стороны. И я поставлю к окну. Поливать слишком много не буду. А до какого времени будут там находиться, я сориентируюсь уже по это самое по своему усмотрению. Пока я не знаю. Потому что мне в прошлый год я вытащил ящики в августе, положил на улицу. Мне сороки, они уже в начале лета, они клюют кедры, раскалывают орешки. В конце она просто вытаскивает. И бросают рядышком. Можно это определить по отпечаткам клюва в земле. Так что я сейчас уберу во двор, и там у меня будут они храниться с ежедневным поливом. Так, ну что ж, приступаем к пересадке пихты. Перезимовало у нас две штучки, в подвале зимовали. Сейчас аккуратненько вот так вот извлекаем. Вот они, посмотрите. И потихонечку перемещаем вот сюда, в новый контейнер. Так. Обжимаем. Корневую систему стараемся не тревожить по возможности. Так, ну вот так вот выглядит пересадка пихты в нашем случае. Земля у нас с леса принесена, а 1/3 добавлена песка. Ведра 12-литровый объем. Насверленное отверстие для поступления воздуха вот с этой стороны и снизу. Дренажное отверстие. Ну вот у нас весна 2021 года. И давайте посмотрим, как выглядит пихта фрезера. Клетка, перезимовавшая, вот, снегом, укрытая лапником. Вот так вот выглядит клеточка. И прошлой весной я еще сажал пихту сибирскую. Она у меня вот в этом тазу посеяна. Схожесть примерно 25%. Я единственное упустил момент, у меня по состоянию здоровья не получилось снять, как я сеял пихту. Но она выглядит вот таким образом. Сейчас я ее буду пересаживать в контейнер. Контейнер — плодородная земля, одна часть 1:3, песок рыхлый. На контейнере надпись «Южная сторона», развернут на южную сторону. Вот тут тоже бирка «Южная сторона». Делаем углубление, берем лопатку, опа, на южную сторону направление. Сажаем.
снимаем. Сейчас все пересажу. У меня там вот уже 15 штучек, 15 горшков пересажено. Ну и тут еще штучек около 25. Дальше потом полью. Через недельку полью корневином, разведу. И пока будет стоять на солнечной стороне. Делал я экспериментальную посадку пихты в разные грунты. Что мы имеем? Сорока блудливая, пожалуйста. Все бирки повыдергивала. Теперь вспоминай, где, какой горшок, какая земля. Все, вон она. Да че ж блудливая птица. Все колеса от нее вот таким вот образом скрыто. И по пихточке нагадничала. Сегодня у нас 18 сентября, и мы подводим итог по пихтам. По пихточкам. У нас посажено 43 пихты в горшок, из них 2 пихты в горшках погибли. Весной 2022 года будет этим пихтам ровно 2 года. Посмотрите, как они сейчас выглядят. Здесь у нас посажены 2 горшка в ведрах 10-12-литровых, 2 пихточки фрайзера 2019 года посадки. Вот так они на сегодня выглядят.